Югорчане могут поздравить своих близких с наступающими праздниками, отправив им открытку онлайн. Сделать это можно, не посещая почтовое отделение. Достаточно воспользоваться специальным сервисом на сайте компании. При этом адресаты получат бумажную версию открытки в своем почтовом ящике. На выбор есть несколько вариантов праздничных посланий. При оформлении необходимо добавить обращение, подпись, указать данные адресата и написать свой текст. Отправят именную поздравительную открытку формата А5 в бумажном виде и праздничном конверте. Отследить ее путь можно по присвоенному трек-номеру. Кроме того, на сайте клиенты могут создать открытку с собственным дизайном.